Воспитанники городского интерната для детей коренных малочисленных народов Севера вернулись с каникул. Сегодня они прибыли в Муравленко двумя вертолетными рейсами. Все лето дети пробыли с родителями, жили в стойбищах. В этом году в интернате будут проживать 58 воспитанников, 9 из которых пойдут в первый класс, а 12 ребят в детский сад. С нетерпением ждали встречи с детьми и сотрудники интерната. Традиционно мы все лето готовились к встрече детей, провели косметический ремонт. Дополнили наше здание спальными помещениями, то есть переоборудовали несколько комнат в спальные помещения, так как количество детей увеличивается.